военный узел, чтобы они не развязывались. Таких просветов надо, чтобы не было, потому что тогда сетка будет некачественная. Сетки делают для того, чтобы была лучшая маскировка у воинов. Для чего необходима маскировочная сетка на передовой и как ее изготовить правильно, ученик Бердянской гимназии номер 2 Константин Рой знает не понаслышке. Его отец служит в зоне антитеррористической операции. Мы смотрим новости про события в зоне АТО. Когда есть раненые обстрелы, то мы очень переживаем за моего отца, за других воинов АТО. Для учащихся и педагогического коллектива АТО имеет особое значение. В июне 2014 года выпускник гимназии Сергей Шерстнев отдал свою жизнь за мир и спокойствие в стране. Мы про це говоримо, ми пам'ятаємо героїв, і от сьогодні ви їдете теж тут для того, щоб може врятувати чиєсь життя і якось допомогти бійцям на фронті. Материалы для маскировочных сеток предоставили волонтеры общественной организации «Наши Атланты». Работать начали неделю назад. А на уроки трудового обучения, во время которых плетется сетка, приходят не только гимназисты. У цій роботі беруть участь не тільки діти, а й учителі, які вільні від уроків. У вікнах вони приходять і також в'яжуть стрічечки на ці маскувальні сітки. Більше того, батьки початкової школи, коли приводять дітей на навчання і чекають їх з уроків, також приходять і долучаються до цієї благородної справи. Маскировочные сетки размером 4 на 7 метров, сплетенные руками детей и взрослых, почти готовы. 15 декабря волонтеры доставят их на передовую. Два полотна жизни будут оберегать защитников страны от вражеских пуль и снарядов. Они помогают нам там, а мы пытаемся помочь им здесь и плетем сетку для их защиты. Станислав Печурин, Игорь Стрельцов, Бердянск, ТВ5.